меня еще не было минутки снять для вас приветствие. У нас сегодня такой суматошный день. Сегодня у Златика наш день рождения. Ей сегодня исполнился годик. И мы приехали в наш дом отмечать это прекрасное событие. Вот, так что сейчас я бегу разгружать вещи. Нужно разобрать машину. Вот, так что включусь попозже. Надеюсь, достану камеру. Надеюсь, я не забыла карту памяти от маленькой камеры. Это вообще такой дурдом. Честно говоря, кручусь-верчусь уже 2 дня и ничего не успеваю. И вот это да. Ку-ку, кто там? Кто там, Влад? Златик, вылезай. Вылезай. Держи, поснимай. Репортаж. Давай. Вылезай. Зой, ты чего боишься? Папа, Дашка, хлеб есть? Давай, я маленький. Ну как тебе бассейн? Ай, какой тебе бассейн привезли, красивый. Бабушкой. Ручки холодные уже. А мы вот сейчас вторую копчику еще одели вниз. Еще одну. Ой, Славочка, как тебе будет здесь хорошо? Тебе вообще спозидем. А ты да? Как здорово-то, да? Ой, какой Маниш, какой классный бассейн тебе подарили, да? Классный. Бабушка-то шашлык нанизывает. Студец вкусненько у нас. Баклажанчики вкусные. Салатик вкусный столичный бабушка сделала. Шашлычки и ням-ням. Опа. Так, пойдем посмотрим плитку. Девчонки утопают в бассейне. Так, плитка. Хотелось включить свет. Где свет включается? Свет пока не включается. В общем, здесь будет туалет. Ну да, такой небольшой. Ой, плиточка классная. Такая прям отличная. На полу очень красиво смотрится. Вообще огонь. Так прикольно. Вот эта вот тумбочка, очень симпатичная. Будем надеяться, что более-менее прослужит нам. Хотя отзывы, конечно, не айс. Но мы все равно решили ее взять, так как она нам идеально подходит по дизайну и по цене. Если в будущем с ней что-то случится, ну, значит, мы ее заменим, и в этом нет никакой проблемы. Давай.
Ой, Даш, на нее, пожалуйста, не кидай на голову. Девочки, на голову, пожалуйста, не кидай. Хватит ей, хватит. Ты куда пошла? Куда пошла? Куда? В другую сторону идем? Пойдем в другую сторону. Ай, бабушкины тапочки, да? Бабушки, да, несешь? Ты хочешь выйти? Ой, ты тут хороший для себя. Потому что вы где-то на комнатной квартире приходили. Ну. Тут, ой, ой, немножко поднимай. О. Маленький пока что порожек. Скоро здесь не будет. Есть где разгуляться. Вот это Паша, это Юля. Паша, зацени наш туалет. Да. Такой вот у нас получился тортик. Немножко все размазалось. Ну, как бы, что есть, то есть. Сейчас, сейчас, Зайка, сейчас мы фотографируем. Маш, не надо, ну ты. Пойдет, Маш, у тебя пойдет. Сейчас говорю. На, подержи. Должно быть. Да. Не чайник же снизу. Нет, он включен, записывает? Нет, по-моему. Ай, да, я. А, ключ записывает. Ты уйдешь и принесешь. Что, не сгорелось или сгорелось? Мороз. А, да? Да. Позирайте. Я тут золото. Золотик, давай. Давай, золотик. Посмотрите. Ой, бабушка. Так, бери, бери, бери. Взяла часы, мой зайчик, самая красивая, да, что мамочка там сделала. Кто у нас специалист по задуванию, да? Лерка у нас специалист по задуванию. Лерка, да, умеет. Да, Лерка может. Злата! 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 Даша. Пошли себе. Лер, ну тоже будешь? Даша. Злата. Спасибо. Извините, тут уже дергаю. Сейчас, рука эти. Чай тоже такой. Я старался. Ну вот и подходит наш вечер плавно к концу. Уже половина гостей уехала, а половина еще осталась. Точнее, как гостей остался мой брат с девушкой и с дочкой. Вот, в общем, сидим в таком узком кругу семейном, общаемся. Да. Классная плитка, правда? Да, вся плитка очень классная. Мне вся плитка очень нравится. Цветочки. Очень красивая плитка в туалете. Да. Плитка, стена вообще, что значит долго. Угу. Шарики, девчонки тут копаются. Равновесие держи. И шарики. Лерка, Лер. Лер, надо обуться. Пол холодный. А тебе сандалики привезли. Лера, где сандалики, папа говорил, привезли? Надо их достать. Сандалики? Сандалики, папа говорил, привезли.
Да, Шулечка, то есть моя. Надо Шулечка? Я так раз решаю. Вон, а будет она сапоги. Надо ей сандалики найти. Паша вроде говорил, где это сандалики перевезли. Выглядит штукатурка вблизи. Придет, и мы спросим, где... Ой, а вы пока сапоги. Папа придет и спросим, где сандалики. Обмай сапоги, потому что холодный может быть пол. Лет. Верочка, не скандаль. Тогда сиди вот в этом. Вот тут сиди тогда. Златик. Златик чапает. Значит, чапает. Ладно, мы это можем маршрут увидеть. Как она привыкла на таком месте? Ой, ты колясь уходишь. Латик! Такая деловая колбаса. Вот у нас подарки. Нам подарили такой развивающий турничок. Тут мои покупки из Икеи лежат. Такие занавесочки. Кастрюльки мои. В общем, короче, красота. Потом буду вам показывать. И наша кухня. Еще один подарок, это кухня. К сожалению, сегодня ее забрать домой не получится, потому что места в нашем доме, увы, нет. В нашей квартире в доме есть, а в квартире нет. Так что идем наверх. Девчонки. Ой, сейчас не в какое сердце. Давай танцевать, Лади. Ой, в туалет пошла. Мне нравится, что эта плитка не скользкая совсем. Ну, да. Латик, потанцуй, Латик. Всем привет. Что там делаем? Что делаем? Что делаем? Что читаем? А вот тут вдвоем? Здесь кровать Даши, которую отдали. Ну так, как временный вариант. Я думаю, что я что-нибудь с ней сделаю. Например, покрасим. Переделаем изголовье, потому что такой прям розовый. Ну, уже поздновато нам такой стиль. Уже все-таки большая, взрослая девчонка. Надо что-то посерьезней. Сама краска, она и дает. Чаек. Эмульсионка именно. Она сама впитывается вот в поверхность. Боже, как бедный ребенок на себя в комнатной квартире. Она просто в помещении подправляет уже пошел. Нравится тебе там? Классная комнатка получилась, да? Классная? Мне нравится. Она и туда зайдет, и сюда. И дверь зайдет. Ну, тумбочка прикольная, да, такая? Ну, Димка ее обработала, и вроде как должна... Вода подтекать стала. Должна послужить. Но он сказал, что подтекает. А? Димка сказал, что подтекает. Там, а это от чего зависит? Много чего. Давление может от смесителя самого. Как я понимаю. Там надо что-то как-то заменить, прокладывать. Наверное. Такая прикольная. Красота? Мне очень нравится плитка. Движуха? Движуха! Ой, скажи. Она общительная девчонка, любит компанию. Да, Дашур? Мы вернулись домой, у нас дома полнейший хаос. Сейчас все разбираем, все, что мы привезли. На самом деле, это капец как неудобно. Ты возишь, вначале собираешь все везти туда, потом везешь все это назад. Короче, сюда приезжаешь, все намываешь, убираешь. В общем, капец. Это очень удобно. И слава богу, я надеюсь, это было последний раз. Вот.
Потому что сейчас мы здесь переедем, и все, и будем уже дома. Вот, дома у нас полнейший хаос, потому что квартира у нас капец какая маленькая, и столько всего привезти, надо все сразу-сразу разбирать, потому что потому что походить будет просто негде, если мы это не разберем. Вот, вообще нас подарили нам подарков куча. Классных. Кухню Златику подарили, да. Но кухню мы оставили Ване, потому что она очень... потому что она большая, а у нас места нет. Точнее, даже не то, что она большая, у нас, в принципе, места нет, но и кухня, я думаю, что может быть еще чуть-чуть рановато, поэтому пусть она полежит, подождет своего часа. Даша хочет в кухню поиграть, господи, Даша. Ну, успеешь. Будешь играть. Так, что тут у меня... Вот, так, камеру разобрала, зарядки всем вернуть на место, которые не пригодились, но лучше взять, и чтобы они не пригодились, чем наоборот. Так, сейчас все это быстренько все раскидаю по своим местам. Даша у нас в няньках, девчонки мои. Даша в няньках сидит со Златиком. Девчонки мои. В общем, очень классный получился праздник. Вообще, очень здорово мы отметили, здорово посидели, пообщались, все так душевно, тепло. Прям у нас такая сегодня очень теплая компания собралась. Ну, в общем, да. Очень здорово, по-семейному. Очень здорово. Всем спасибо огромное за поздравления. Спасибо всем, кто нас сегодня поздравлял. И сегодня в Инстаграме мне все писали. Я даже еще не всем успела ответить. Вот, и ВКонтакте. Но одно меня дико печалит, это то, что я забыла подарок для моей Леночки. Вот он у меня здесь лежит, показывать не буду. Вот, потому что он лежит и ждет мою дорогую Лену. Но надеюсь, что в скором времени мы все-таки увидимся, по-человечески нормально встретимся опять. И я, наконец, его ей подарю, потому что день рождения у меня был на минуточку. В мае месяце, да. И это печально, потому что подарок должен был быть давно подарен. Но вот так сложилось. Это печально. Я сегодня вообще не знаю, как мы его забыли. Все, я приготовила, положила в пакет. Все приготовила. Вот буквально в пару шагах от двери. Но надо же было мне его поставить сюда на тумбочку, а не вынести в прихожую. Потому что здесь прихожая просто завалена была, поэтому я его туда пока поставила. Но в итоге, еще я, когда родители пришли грузиться, я еще так и так вот этот еще пакет надо взять. И как-то все были в пене, пока собирали Злату, пока собирали торт. В общем, пока все выносили, собирали. Благополучно пакет остался на тумбочке, и да. Ну, что делать? Ладно, значит, подарю в следующий раз. Ладно, буду с вами прощаться и дальше разбирать... Эй, Веня! Дальше разбирать наш хаус, и уже будем ложиться в баньке, отдыхать. Потому что мы на самом деле дико устали, хотя я сейчас на таком немножко адреналинчике каком-то, но... На самом деле спала я мало, уже несколько дней сплю мало. Вот, не высыпаюсь совсем. Ложусь поздно, встаю рано. В общем, да, поэтому будем ложиться, отдыхать. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео получилось не очень сумбурным и довольно интересным. Поэтому всем пока-пока, ставьте лайк, оставайтесь со мной. До новых встреч, всем пока. Влад, мы тебя спать положили, а ты... Ой, Злате не нужны игрушки, она уже, Дим, с твоим телефоном бегает. С моим? Да. Злат, ты пойдешь смотреть игрушку, там Даша открывает. Там Даша открывает твою игрушку. Ножницы там около папы. Как? Ух ты, а там еще какие-то штучки вставляются. Ничего себе. В общем, хорошо иметь младшую сестру. Да, Дашенечка. Саша поможет собрать. Да. И старшую гулять. Хорошо иметь. Иди сюда, неси папе. Так, котик, котика, не трогай, Виня. Злата, что ж такое-то, а? Златку уже положили спать. Ой, кого ты там нашел? Виня кого-то ловит. Так, две штуки вставить в одну штуку. Две штуки. Злата, не надо. Помешаешь процессу. Это же такой большой собирается. Две штуки в одну штуку. А что такое должно быть? Не знаю. Это каталочка. Какая? Каталочка. Ну, точнее, не каталочка, это такой развивающий.
турничок. Вот такого плана. Ты что там нашла? Что нашла? Ай, смотри, какой у тебя щенок классный. С одной стороны, а это с другой стороны. Есть такая? Есть такая. Сторону. Даша. Всякого тоже в другую сторону. Еще не закручивается. Непонятно. Две стороны поменяются. Нет, сначала надо ставить вот эти, наверное, синие. А, там лево-право есть? Да. Давай. Как открутиться? Ну, крути. Куда? Другой. Не, не, другой. Деловая колбаса? А бумажку, инструкцию давай мне. Не надо тебе? Мне не дашь? Точно тебе надо? А мне, дашь? Тихо, споткнешься. Там планшет с тобой разговаривает, Злат. Потихонечку. Я не хотела инструкцию забрать, она как скомкала. Мол, что не достать-то никому. Сама прочитай. Угу. Один, один щеночек твой. Где твой щеночек? Ух ты, собрали. Злат, смотри. Там подвешивать их, да, надо вниз сюда? Злат, смотри, что собрали тебе. Злата, иди смотри, что Даша тебе с папой собрали. Иди смотри, скорей. Даша, молодец. Ну, Даша, ты технарина? Учусь. Чуть упали. Смотри, какую игрушку. Классно, иди посмотри. Ой, какая книжка, Влад. Какая для тебя? Это еще не готово. До конца. Вот где она стоять будет? А, да. Все готово. Иди посмотри. Нет. Угу. А сумка вообще интересная. Она ее так одевает, прикольно. Деловая колбаса. Не ходит, дергает ее. Какие у вас еще есть игрушки? Какая игрушка классная. Злат, иди посмотри, какая игрушка. Развивающая. Классная. Угу. Что, Даша, тебе подарили? Да. Ты будешь играть? Да. Это спина. Классная? Да. Ну, вообще. Это крутится? Смотри, так. Крути. Опять смайлик выпал. Это не казино. Синий,
Ну что, вам нравится? Понятно. Что, Злат, то есть можешь спать? Бан завязан. Ты хочешь оторвать? Она хочет игрушку оторвать. Какую? Ну там за цветочек потянулась. Не получается снять? Да, но это не так сложно, прикрепляешься и затем. Вздохнула. Да, смотри, как еще можно. Опа. 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 Малик выпадает. Ты такая отодвинула рукой. Мол, сейчас я разберусь. Саша, подожди. Это спиннер. Цветочек. День, ты там так сидишь? Думаешь, еще кто-нибудь прилетит на огонек? Да? Ты так лизаешь прям вообще. Да. Все, Венечка, папа. Папа уже убил. Да. Ты мой сладкий, намывается. Красавчик какой, Веня наш. Да, красавчик. Вот так вот, да? Вот. Понравилось. Хорошую. Паш, что теорию тебе подарили, да? Лерочкой. Цепочка. Та-та, ты говоришь, ты классная. Ну вот, говорит, на меня спать хотели уложить. Угу. Я, говорит, чувствовала, что можно заняться чем-то поинтереснее. Ничего себе. Пройдешь? Ну, пройди. Здесь упаковки брал. Нет, через 100 твои внуки могут их продавать. Стыдаться. Я помойку не Там можно, я пыталась, кстати, аккуратно открывать пакетик, как всегда. Можно потом следить там, его не видно. Смайлик упал. Снова смайлик упал. Он всегда должен падать. Беспроигрышная батарея. А колесико крутило, Сиренька?
Лень, так. Что там тут? Что ты говоришь? Надоел мне вся история. Спать? Пойдите, я говорю, про это все. Нет, так, вернусь. Посмотрю. Повнимательнее. Так, да, вот это. Ага. Во, молодец. Давай, открой, посмотри. Ага.